Доброе утро. Рад вас всех видеть и приветствовать на нашей осенней конференции Business Trees Online 2021. Ну, у нас на самом деле проходят обычно две конференции. Одна зимой и осенью, весной. Ранней весной, как правило, или зимой. Но она проводится на английском языке. И вот у нас вторая такая конференция, которая проводится на русском языке. Очень приятно вас всех видеть. У нас в данный момент присутствует 42 человека, но на сегодняшний момент у нас 320 регистраций. То есть достаточно большое количество людей, что интересно. Вот. Ну, я надеюсь, что люди будут приходить еще. Я знаю, что многие регистрируются для того, чтобы получить затем доступ к видеозаписям, которые будут сделаны у нас сегодня, видеозаписям презентаций. Ну, кто как, конечно. Вот. Эту проблему когда-то нужно разрешать. Потому что сегодня все меньше и меньше людей, все больше регистрируется. Точнее, приходит, регистрируется много, но все ожидают затем записей. Вот совсем недавно, неделю назад, я тоже был на одной из конференций, тоже все зарегистрировались, ожидая записей, а что-то у них произошло у организаторов не то, и в итоге записей не получилось, почти половина конференции. Вот так. Но это так, на всякий случай я предупреждаю тех, кто записывается только ради регистрации, потому что технические сбои все же возможны. Конечно, мы здесь все делаем возможное, чтобы этого не было, но тем не менее... Всякое бывает. Этот мир несовершенен. Ну что ж, у нас уже 3 минуты, как конференция идет. Я уверен, что все посмотрели программу. Да, программа доступна на сайте. Вот конференция. Я рассылал всем сообщения по почте. Вот там программа, поэтому единственное, что у нас сегодня изменилось, это один доклад, одна презентация выпала. Вот это презентация, одна из последних, которая была Николая Шпаковского. Там был кейс с использованием компьютерных инструментов, но, к сожалению, Николай подхватил нашу вот эту знаменитую болезнь, к сожалению, сегодня не сможет присутствовать и выступить. Вот, ну, дай бог, Николай, если ты нас смотришь, дай бог тебе выздороветь поскорее. Вот, хорошо, ну, я думаю, мы будем начинать. Итак, я уверен, что большинство из вас уже привыкли к Zoom, знаете, как с ним работать. Наша конференция сегодня идет в формате... встречи, не в формате вебинара, а именно в формате встречи, что означает, у всех у вас есть возможность говорить, включив ваш микрофон. Поэтому, пожалуйста, я прошу, поскольку зарегистрировалось действительно много людей, и если все придут, то и кто-то начнет включать микрофоны просто так, у нас будет небольшой хаос. Поэтому я вас прошу держать ваши микрофоны выключенными. Ну и, соответственно... включать только по крайней необходимости, когда мы будем что-то обсуждать. Вот. Если, да, процесс простой. Есть в чат, да, то есть когда выступает какой-то докладчик, на каждый доклад выделено 30 минут. Вот, из них, это включая вопросы и ответы. То есть ожидается, что сам доклад, сама презентация будет порядка 20 минут, ну, максимум 25 минут. Вот, а остальное время вопросы и ответы. Также, да, и во время вопросов и ответов, вот опять же, поскольку нас много, вот началась, например, презентация, у вас возникают какие-то вопросы, пишите эти вопросы в чат, мы будем смотреть. Вот, и затем докладчик будет отвечать, зачитывать докладчику эти вопросы, он будет отвечать. Так будет лучше и проще. Конечно, когда включать микрофоны? Это когда докладчик отвечает какой-то вопрос, и вдруг возникает необходимость чуть-чуть расширить. Да? То есть тот, кто задавал вопрос, может уточнить. Вот тогда нужно включить микрофон. Вот. И что важно, что вопросы и ответы – это не дискуссии. То есть вы задаете вопрос докладчику, докладчик отвечает,
Ну, может быть, он ответит не то, что вы хотели услышать, но тем не менее, поскольку у нас время все же очень ограничено, максимум 1-2 ответа на вопрос, но не более. Ну, то есть мы не разворачиваем дискуссию. В конце, в 17:30 по московскому времени, мы запланировали целый час, да, на дискуссии, поэтому те, кто желает, могут либо остаться, либо присоединиться. Вот там будут дискуссии в довольно свободном формате, то есть, как говорится, все, что вы хотели услышать о бизнес-стрис, но боялись об этом спросить. Отлично. Итак, давайте начинать. И опять же, я хочу показать экран здесь, просто напомнить вам сегодняшнюю программу. Вот, сейчас я открою даже просто свой экран сейчас в данном случае. Так, опять же, если у вас какие-то вопросы возникают, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат. Хорошо. Ну что ж, да. Вот, это страница нашей ассоциации, основная страница на английском языке, но на ней тоже есть русскоязычная. Вот. То есть наша сегодняшняя программа. Вот, все по плану, все как и было запланировано, кроме вот последний доклад, который выпал. Был доклад Николая Шпаковского, к сожалению, его здесь нет. А так все остальное осталось. То есть заходите на страницу, смотрите программу, вот, если вдруг вам нужно отлучиться или что-то еще. Замечательно. Ну что ж, тогда давайте начинать. Я, посмотрев на список зарегистрировавшихся, конечно же, я уверен, что не все хорошо знают еще, что такое бизнес-стрис. Или кто-то знает, но, может быть, не совсем так, как нам бы хотелось. Это совершенно естественно. К сожалению, особенно в интернете идет довольно много искажений того, что на самом деле такое бизнес-стресс. Ну, в моем видении у меня нет возможности вот четко вот так вот разграничить и ответить на все вопросы. Опять же, у нас будет в 17:30 по московскому времени дискуссия. Можно на эту дискуссию отправлять вопрос. Вот. И чтобы нам было проще работать, если у вас есть какой-то вопрос для дискуссии, да, которая будет в 17:30, вы его пишите в чат, но с тегом «для дискуссии». Да? То есть сначала пишите «для дискуссии», а потом вопрос. Тогда этот вопрос будет вынесен на 17:30. Вот. То есть у вас есть довольно много времени для того, чтобы подготовить ваш вопрос, придумать вопрос. И мы эти вопросы вынесем в дискуссию. О, у нас уже 56 человек, давайте начинать. Итак, я включу экранчик, который нам нужен, да. Вот. Хорошо. Итак, вот моя презентация. А поехали. Вот. У нас, опять же, каждый доклад по 20 минут. По 30 минут, извиняюсь. Время будем соблюдать жестко, потому что мы все же хотим успеть все, что запланировали. Поэтому у нас, как говорится, будет резкий подход. В пределах минуты двух максимум толерантность будет позволяться. Ну что ж, давайте начинать. Ну, опять же, сначала я все-таки хочу сказать, что же такое бизнес-стресс. Вот. Опять же, давать определение – это очень такое очень неблагодарное занятие, но тем не менее. Вот, то есть это, скажем, комплекс методов для создания инновационных решений для бизнес-систем и бизнес-продуктов на основе системного подхода. Вот здесь главное отличие от всех других методов, скажем, творчества, которые необходимы для вот создания именно каких-то креативных инновационных решений. Вот. Практически все известные методы – это основанные, скажем, на основе мозгового штурма, ну, такого случайного подхода генерации идей. ТРИЗ – основа – это системный подход, использование выявленных шаблонов сильных решений, использование теорий, методик нахождения и
анализа, точнее, нахождения генерационных идей. Естественно, что часто я слышу, что бизнес-трис отрицает трис, ничего подобного. Весь современный бизнес-трис построен на теории, философии, концепциях и подходах, которые еще в свое время были заложены основателем ТРИС Генрихом Альтшулером. Вот. Ну, официально считается, что старт ТРИС был дан в 1956 году. Вот. И сейчас, секундочку. Вот. Так. В 1956 году, когда он написал первую статью про ТРИС, которая была опубликована в журнале «Вопрос психологии». Вот. И вот тут я, для тех, кто знает ТРИС, для тех, кто не знает ТРИС, хочу немножечко пояснить, что происходило с того времени. Ну, на самом деле, в 1956 году слово ТРИС еще не существовало. А свою деятельность Альтшулер начал на создании так называемого АРИС, алгоритма решения изобретательских задач. Ну, хотя, по большому счету, здесь слово «задач» лучше бы было слово «проблем» на самом деле. Но что есть, то есть. Это было бы немножечко точнее. Но тем не менее. Вот. Так. Хорошо. Что-то у меня здесь не совсем то, что я бы хотел. Но не важно. Вот. То есть это идея, основная идея Альтшулера была в том, что он поразился, что в 21 веке, когда уже существуют науки, в достаточно развитом состоянии физика, химия, биология, масса наук, а изобретательство еще все, в общем-то, использует тот же процесс, который был 3000 лет назад. «Давайте угадаем», называется. Ну, я не буду тут рассказывать, что сделал Альтшулер, я думаю, все из вас это уже знают. Вот. Но, тем не менее, большая работа велась Альтшулером и его соратниками над созданием АРИС, и в 1970-м году появился термин ТРИС, то есть теория решения изобретательских задач, поскольку было очевидно, да, что в процессе исследовательской работы, которая велась над созданием АРИС, что в общем-то, изобретательство, инновации – это больше, чем просто решение каких-то конкретных проблем. Например, появилось понимание того, что вся техника развивается системным образом, то есть не случайно. Что есть некие законы, что есть некие шаблоны, что есть некие линии развития, в общем-то, которым подчиняются практически любые технические изобретения. Неважно, это может быть какой-нибудь электронный продукт, электронное какое-то изделие или холодильник. Вот. В общем-то, в течение развития, да, инновационного развития, как мы называем, эволюцией, в общем-то, и, например, электронный диод и холодильник могут проходить одни и те же фазы развития. Вот, вот это дало толчок к тому, что здесь немного больше, то, чем просто решение проблем. Вот. Где-то в 1926 год это был практически тот момент, когда была сформирована классическая ТРИС Генриха Альтшулера. Ну, она, ну, не только Генриха Альтшулера, а, естественно, всеми школами ТРИС, которые появились в Советском Союзе на тот момент. Соответственно, конечно же, это была техническая ТРИС в первую очередь. То есть, хотя, вот сегодня можно часто услышать, что многие говорят, ТРИС – это только для техники, это только для технических изобретений. Однако, если вы почитаете Альтшулера, послушаете его современников, то вы прекрасно будете знать, что Альтшулер очень хорошо видел распространение ТРИС вне техники. И некоторые вещи, которые он начинал, они были именно вне техники. Например, вот, скажем, на основе работ Альтшулера появилась ОТСМ-ТРИС, так называемая общая теория сильного мышления. Это уже не просто изобретательство, это теория, которая, в общем-то, формирует так называемое сильное мышление, то есть ТРИСовское мышление, то есть когда вы создаете что-то, не просто, опять же, угадывая что-то, а именно на основе четкого, скажем так, научно обоснованного системного подхода. Но я бы сегодняшний день ТРИС наукой не называл, это еще не наука, вот, потому что, ну, в общем-то, каким-то достаточно жестким критериям науки ТРИС пока еще не соответствует. Вот, но это совершенно не страшно, понимаете, она работает. Просто нужно какое-то время, чтобы превратить вот эту вот пренауку, так скажем, в науку.
Вот. Потому что наука все же дает нам точный ответ, прежде всего. Вот здесь пока еще точных ответов не получается, и ничего там страшного нет. В один прекрасный момент она действительно превратится в науку, я в этом абсолютно уверен. Вот, будет ли это ТРИЗ, будет ли это ТСМ или что-то еще, ну, трудно сказать. Ну, давайте вернемся к бизнес-ТРИЗ. В общем-то, первые работы по использованию ТРИЗ в нетехнических областях, вот, даже Альтшулер об этом писал еще в 70-е, но я бы назвал вот такую дату, вот 1924 год, когда Злотин и Алла Зусман, Борис Злотин и Алла Зусман опубликовали такую сильную работу о том, о развитии коллективов, да, коллективов. Вот, она есть в интернете, кто, кому интересно, может почитать, но до сих пор, конечно же, эта работа фундаментальная. Вот, затем, скажем, пошло развитие, да, то есть здесь можно ответить Игоря Викентьева, Сычева, которые в 1994-96 годы опубликовали ряд работ по ТРИЗ для маркетинга, ТРИЗ для рекламы, ТРИЗ для публичных пиар. Да, то есть оно все, это можно найти в интернете. Я же лично подключился к этой работе в 99 году, в 1999, когда стало понятно, что я к этому моменту уже 10 лет работал с ТРИЗ, вот, и у меня были крупные компании в клиентах. Ну, с 93 года я работаю в Нидерландах. Это был совместный проект изобретающей машины и голландского научного фонда. Вот, поэтому я здесь оказался, здесь мы вели этот проект. И я работал с большим количеством довольно клиентов, это крупные компании в основном. И зачастую работаю уже какое-то время с клиентами, работая над техническими проблемами. Меня спрашивали: Валерий, а вот почему бы эти принципы не применить к бизнесу? Ну. И в 99 году мы договорились с Дарреллом Мэном, вот, наверное, многие слышали эту фамилию, скажем так, вне русскоязычного пространства, это, наверное, самый известный англоязычный тризовец, хотя у него не только триз, у него там сегодня очень все большое. Вот. Но, тем не менее, мы договорились, что нужно уже создавать версию триз, да, для бизнеса. Почему? Потому что брать технический ТРИЗ и применять его к бизнес-проблемам, вы получите когнитивный диссонанс. Опять же, ТРИЗ был разработан инженерами для инженеров. А бизнес-профессионалы – это все-таки другая терминология, другая область. И, скажем так, даже процесс мышления как бы другой. Скажем так, инженеры больше мыслят системами, а бизнес-профессионалы больше мыслят процессами, ну и так далее. Поэтому началась вот такая большая работа по адаптации инструментов ТРИЗ к бизнесу. Вот. Именно адаптации, то есть, опять же, работа с терминологией, работа с конкретными какими-то шаблонами, которые работали, скажем, для техники, но не работали для бизнеса и так далее. Вот. Ну, на этом слайде я просто хотел показать, это такой, как распространялся ТРИЗ по миру, вот, начиная с 91 года, да, когда развалился Советский Союз. Вот. Ну, сегодня самая большая концентрация ТРИЗ в мире – это Южная Корея, также сейчас Китай. Ну, и где-то 16-го года я отмечаю, что ТРИЗ как бы начал возвращаться обратно в Россию. И сегодня, в общем-то, достаточно успешно популяризуется. Ну, в основном технический ТРИЗ, ну, и бизнес-ТРИЗ тоже. Хотя вот можем посмотреть, что больше 300 регистраций. Буквально мы не делали очень сильную рекламу этой конференции. Кто хочет узнать, почему, спросите меня во время дискуссии, я отвечу. Что же такое бизнес ТРИЗ Today? Извиняюсь, у меня, я 20 лет говорил на английском языке, вот тут последние 2 года. По сути дела, современная бизнес-ТРИЗ – это то, что мы перенесли, вот разработали за эти 20 лет. Все это велось на английском языке в англоязычных странах, а не только. В общем-то, я 20 лет путешествовал каждую вторую неделю на самолете в какую-то другую страну с семинарами, с конференциями. Вот завтра, например, у меня, опять же, выступление с докладом, с презентацией в Китае. То есть, там Матрис проводит свою конференцию на китайском языке. Вот, давайте посмотрим. Вот бизнес-ТРИЗ на сегодня – это 3 таких крупных раздела. Первый раздел – это, ну, вот у вас есть конкретная проблема. Да, продажи падают. Ну, надо решить, что с ними делать. Вот для этого существует комплекс инструментов,
подходы и процесс, как мы это делаем. Вторая область чуть шире. Это когда мы, у нас есть некие бизнес-системы, бизнес-продукты, и в них есть, естественно, мы хотим их улучшить, инновационно улучшить. Поэтому здесь у нас есть инструмент, который позволяет проанализировать нашу бизнес-систему или продукт. Бизнес-продукт – это услуга, например. Вот. Выявить эти проблемы и дальше применить рисковый инструмент для того, чтобы решить эти проблемы. Вот. То есть, допустим, у вас некая услуга, у вас, допустим, онлайн-школа, да, или у вас детский сад. Вот. Вы хотите его улучшать. Как? Вот эта зелененькая сфера помогает найти ответы, как вы сегодня можете улучшить. То есть это, в общем-то, ближайшие инновации, скажем так, ближайшего дня. Хотя, конечно, тут мы выявляем те же проблемы, которые могут требовать более сильных, более глубоких и более длинных решений, что называется. Ну и третья область, это, как я уже говорил, в ТРИС мы выявляем законы развития, тенденции развития, именно общие, да, и универсальные. Вот. Причем это развитие, базирующееся на развитии непосредственно структур. Да? То есть это не просто мы говорим, что все радиоэлектронные устройства становятся меньше габарита. Ну, это тенденция, для которой, в общем, никакого серьезного исследования не нужно. Вот. А вот такие как тенденции, как бизнес-системы все становятся, или бизнес-продукты, более динамичными, вот это уже интересно. А что такое более динамичными? Вот. Ну, я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Все это можно найти. Вот. То есть, вот этот третий уровень, это, скажем, инновационное прогнозирование. Когда мы изучаем вот эти законы, тенденции, линии, шаблоны, и мы знаем, что будет дальше. Да. Не просто через там месяц, два, три, а вообще. Вот. То есть в ТРИС это носит название «Закон развития систем». И вот на сегодня проанализированы, скажем, технические системы и бизнес-системы, и выявлены законы закономерности развития, эволюционного развития, а эволюционного в данном случае я имею в виду именно инновационного, да? То есть как бы синоним получается. Вот, развитие. И мы можем не просто прогнозировать, а точно знать, куда двигаться, и тем самым избежать большого числа ошибок. На сегодня достаточно большое количество инструментов в каждой из этих тем. Ну, я не буду здесь ничего сейчас перечислять. Это просто инструмент, который используется в каждой из этих областей. Довольно много. Вы можете увидеть их около 30. Естественно, тут же возникает вопрос, что такое, зачем? Зачем столько много? Ну, это как в той же истории про молоток. Если единственный инструмент, который у вас есть, это исключительно молоток, то все для вас становится гвоздями. Дело в том, что вот классика ТРИС – это то, что у нас есть некая проблема. Вот, например, велосипедная шина прокалывается. И нам нужно найти инновационное решение. Что значит инновационное? А это то, что мы сможем, мы разрешим конфликт. Да, то есть мы будем и ездить комфортно, и шина никогда не будет прокалываться. При этом это же решение будет достаточно дешевым, скажем так, чтобы его можно было внедрить. В бизнесе то же самое. Мы хотим увеличить продажи, нанимаем новый персонал, но это автоматически ведет к увеличению затрат и фонда заработной платы, фонда оплаты труда. А мы бы этого не хотели. Инновационное решение – это когда мы меняем систему так, что конфликта нет. Вот, то есть мы резко увеличиваем продажи, при этом мы не нанимаем ни одного продавца дополнительно. Вот это будет инновационное решение, скажем так. Хорошо. Что я хочу сказать, что вот это вот в основном мы привыкли. Но на самом деле в инновациях есть и мы создаем какие-то абсолютно новые услуги, да, допустим, которые не вытекают из проблем, которые есть в современных услугах. Вот. Большая задача также инновационная, это радикальное снижение затрат. Да? То есть это себестоимость, затраты на, допустим, оплату труда и так далее. То есть не на 2-3-5%, что мы делаем с классической оптимизацией, а 20-30%. При этом мы не теряем ни производительность, ни качество, ни какие-то еще ключевые параметры. Вот, параметры ценности, я бы сказал. И это невозможно сделать просто оптимизацией. Для этого нужно прорывное мышление.
Но видите, для таких вот задач около десятка существует, да? Поэтому нам нужны разные инструменты для поддержки разного типа задач. Ну, естественно, чтобы распространять все эти сведения и инструменты в мир, нам нужна некая платформа. В данном случае вот мы в 2019 году создали ассоциацию ТРИС, бизнес-ТРИС, именно бизнес-ТРИС, вот, который сейчас зарегистрирован, тоже порядка 300 человек, но это со всего мира, то есть англоязычная. И, как я уже говорил, вот в 2019 году я, а потом еще мои коллеги в России, вот, начали активное продвижение именно бизнес-ТРИС. Вот этих вот трех, скажем, областей. И в первую очередь мы ставим упор на обучение, качественное обучение. Вот здесь вы можете видеть, это есть веб-сайт Международной ассоциации бизнес-трис, это IBT-RUS, так называемый. Вот, это веб-сайт, который вам доступен на русском языке. В общем-то, он дублирует информацию, которая есть на англоязычном сайте. Вот, ну и плюс, вот видите, здесь даже три его сертификата. Тут по каждой области мы сегодня обучаем и сертифицируем. Вот, кстати, председателем является русскоязычного IBTA Алексей Благих. Я думаю, многие из вас его знают. Вот, это его сайт. Мы также поддерживаем сильные отношения вот тоже со основателем IBTA. Это бизнес-ассоциация ТРИС. Это не совсем IBTA, это немножечко другое. Это компания в России, вот, руководит которой Антон Кожемяка. Он здесь есть. Также здесь есть Евгений Покало, его коллега, и еще коллеги, которые работают с бизнес-ТРИС. Вот. Ну и мы, естественно, будем расширять. Сегодня уже подготовленный, да, вот 2 года назад мы начали обучать, сегодня уже есть подготовленный, ну, буквально пара человек, но уже тренера, которые могут сами вести первый уровень, обучать первому уровню. Вот. Ну, я, в общем-то, здесь это с моего веб-сайта. Видите, вот все есть онлайн-курсы, которые идут. Сейчас это все только онлайн. Вот. То есть все три уровня. Все три уровня. И тот, кто желает, может обучиться всем трем уровням. Это карта моих клиентов в бизнес-ТРИС. Ну, начнем. Первый семинар в бизнес-ТРИС я провел в 2003 году. То есть это карта городов, да, где находятся клиенты, которые у меня... Сейчас их уже больше. Вот. Где находится именно бизнес-ТРИС. Вот. То есть, ну... До 2019-го здесь ничего не было, а в 2019-м, в ноябре, я начал, как раз перевел свои курсы на русский язык и начал, значит, и вот на сегодняшний день карта вот такая. И английский, и русский. То есть у меня есть и англоязычные курсы, и русскоязычные курсы. Вот. Даже здесь, видите, это... Ой, как же он? Гавайи. Да, даже с Гавайев у меня есть клиенты. Хорошо. Ну и вот последнее, что я бы хотел сказать... Как мы видим развитие IBTA? Ну, IBTA – это ассоциация, да, по сути дела, сама, вот, скажем, IBTA, она не обучает, но она вырабатывает стандарты, да, то есть вот именно сертификационный процесс она сертифицирует. Обучают частные какие-то компании, вот, сама IBTA не обучает, но если частные компании имеют аккредитацию IBTA, то они выдают сертификат от IBTA. Вот, чего у нас сегодня мало? Это публикации. Очень мало публикаций по бизнес-ТРИС, качественных, хороших публикаций. Второе, качественное обучение. Ну, я могу назвать десяток тренеров по всему миру, но это все. Очень важной частью развития является создание репозитория кейсов, потому что люди все время спрашивают, кейсы, кейсы, кейсы. Будем делать, и даже уже делаем. В бизнес-ТРИС, в инструментарии и в процессах, которые поддерживают, есть еще белые пятна, их достаточно много. Вот, например, очень важная в ТРИС тема – это ресурсы. Вот. Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности, я думаю, что многие знают. Вот. У нас нет на сегодняшний день хорошего инструмента, который бы позволял находить и работать с ресурсами в бизнесе, где ресурсы, в общем-то, это очень-очень важная часть. Но этого инструмента просто нет, а он необходим. Ну и таких у меня в темнике еще порядка 27 пунктов. Да, создание группы интересов, то есть под IBTA могут объединяться те, кто хотят что-то разрабатывать, что-то делать, как-то помогать, как для себя, так и для остальных. Развитие региональных ассоциаций. Вот сегодня у нас есть IBTA общая международная, есть IBTA Россия. Вот, есть очень большой пласт людей в Индии, в
Китая, в Америке, ну и в других странах, которые бы хотели тоже подключиться к этой работе. Ну и сегодня я бы сказал, как говорится, сапожник без сапог, да, зачастую мастер Трис не знает, как включить мобильный телефон, да, то есть, ну, надо по максимуму использовать современные инструменты и средства, которые есть, чтобы развивать. Вот все, что я хотел сказать в моем введении. Я на полторы минуты чуть-чуть подзадержался. Вот, если есть какие-то вопросы, сейчас посмотрю в чате. Так, да, угу. Замечательно, Наум, прям вот на целый день нас зарядил. Наум Фигинсон. Арис – это инструмент для мышления, а не вместо мышления. Так и есть. Ну, то есть, на самом деле, роль Трис, она двояка. С одной стороны, Трис дает вам инструменты, вот, а с другой стороны, Трис меняет ваше мышление. Все, я заканчиваю. И все вопросы, которые вы можете написать в чате, если у вас есть какие-то вопросы, но я предлагаю эти вопросы, они такого общего характера, поскольку эта презентация была очень общая, значит, перенести на вот 17:30, да? Тогда можно вот такие общие вопросы осветить. Ну что, замечательно, спасибо вам большое. У меня будет еще одна презентация в 17:30, там я просто расскажу некоторые случаи, кейсы из моей личной практики IBTA. Это бизнес-трис, ну, это уже отсюда, из вне русскоязычного пространства.